Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Слово в образе». И сегодня наш разговор об одном из самых знаменитых, наверное, даже так, самом знаменитом, самом известном, самом популярном русском художнике Илье Ефимовиче Репине, который прожил удивительно долгую жизнь. Он был так любим и до революции, и после революции, и при этом оставался довольно загадочным персонажем. Мы сегодня говорим об его дипломной работе «Воскрешение дочери Яира». Эта картина написана, да, на большую золотую медаль для того, чтобы стать профессиональным художником, подтвердить это качество. «Воскрешение дочери Яира» – картина на религиозный сюжет. В это же самое время он работает и над «Бурлаками», работа, которая носит откровенно социальный характер. Были времена, когда в его мастерской, уже тогда, когда он был академиком, профессором, стояли «Отказ от исповеди», абсолютно атеистическая работа, воинственно атеистическая. И здесь же, в этой же мастерской, стояла работа «Епископ Мирликийских Николай являет милосердие». Вот как такое могло совмещаться в одном человеке? «Воскрешение дочери Яира» было работой профессиональной, добротной, но мы в ней не чувствовали бы вдохновения. Если бы мы в ней не чувствовали подлинного религиозного чувства, то тогда все было бы понятно. Человек выполняет заказ, выполняет правила того времени, в котором он живет. Но ведь дело-то в том, что во всех своих работах Илья Ефимович был поразительно искренен. В этом-то и есть его удивительное, особенное качество. Он ведь сам признавался, что он, когда видит краски, когда видит бумагу или холст, он испытывает чувство какое-то особое, особого восторга, особого экстаза и страстного желания немедленно, сейчас же начать работу. И считает для себя самыми счастливыми, абсолютно счастливыми мгновениями своей жизни, тогда, когда он встает рано утром и начинает работу в своей мастерской. Когда мы говорим о воскрешении дочери Яира, да, надо написать дипломную работу. Ведь художник все равно всегда, так или иначе, но думает об теме. И он увидел решение этой темы. «Дочь твоя не умерла, но спит». И вот тут Репин вспомнил свои ощущения, а ему всегда нужно было опереться на свои ощущения, когда умирала его сестра Устенька. Он увидел себя со стороны, он осознал это состояние, с одной стороны, неверия и надежды, которые он тогда испытывал. И вот это стало для него тем самым мгновением, когда он стал входить в это пространство, в пространство религиозного подлинного переживания. И вот начала рождаться эта картина. А между прочим, его ведь соперником тогда был его одногодок Василий Дмитриевич Поленов. Найти людей более не похожих друг на друга, ну, практически невозможно. Породистый петербургский аристократ, среди предков которого был Гаврил Романович Державин, это Поленов. Блестящий
мастер, ничуть не хуже владеющий техникой живописи, чем Илья Репин. И вот его коллега по классу Илья Ефимович, такой живчик, сын солдата из Чугуева на Украине. Они дружили, и они оба были дипломантами, они оба писали работу на тему воскрешения дочери Яира. Мы не можем говорить о том, что по жизни Репин был человеком религиозным, временами совершенно нерелигиозным. А вот Поленов – это человек, который всецело относится не только к христианской традиции в культуре, но и который является действительно подлинно практикующим православным. Вот когда мы сравниваем эти работы, одна из них находится в Русском музее, это репинская, а другой диплом находится в Музее Академии Художеств, вот там, где сфинксы с выходом на Неву. Да, работа Поленова замечательна, но это работа, в которой подлинного религиозного вдохновения нет. Перед нами скорее жанровая картина. Замечательная, блистательно выполненная, достойная во всех отношениях. Но, увы, вот того мистицизма, того завораживающего состояния религиозной экстатичности, которое присутствует в работе Репина, у Поленова нет. Если нам не скажут, что она посвящена одному из сюжетов пребывания Бога на земле, мы этого там не почувствуем. А вот в воскрешении дочери Яира это есть. Репин очень долго искал этот изобразительный ход, менял высоту ложа, ставил его совершенно параллельно фронту холста, чуть-чуть сдвигал его под углом, искал и цвет, и форму профиля Христа, расстояние. Здесь было все чрезвычайно важно. Ему удалось создать работу, в которой мы становимся свидетелями чуда. Не чуда, которое свершилось, вот как у Поленова, где Христос держит за руку благодарно на него смотрящую дочь Яира и восхищенных членов семьи священника Яира, которые бесконечно рады совершившемуся чуду. Нет, Репину удается нас поместить в пространство тогда, когда чудо совершается. Когда дочь Яира находится в состоянии между смертью и той жизнью, в которую она возвращается. И это удивительное состояние, оно поддерживается горящим светильником. А в темноте мы видим с вами, различаем членов семьи, которые очень различны при всем при том, а кто-то еще полон сомнения, а кто-то полон уже предчувствия радости, как сам Яир. Вот это вот удивительное, практически невозможное к выражению состояние чуда Репин нашел для него идеальное решение. И поразителен образ Христа. И если мы на него внимательно посмотрим, на этот образ, то мы увидим, насколько он близок традиции Александра Иванова.
это тот же образ. Поразительно самодостаточный, сосредоточенный и как бы выделенный светом, цветом, профилем, контуром, сфумато вокруг этой фигуры, выделенный из общего пространства, сам по себе являющийся. Вот эта тема явления, которая так очевидна у Александра Иванова, она ведь не менее очевидна у Ильи Репина. Поразительно совершенно. Комиссия Академии художеств была в затруднении. Тут проблема-то в том еще, что Илья Ефимович не все экзамены сдал. И поэтому ему была присуждена, да, конечно, золотая медаль. И никто не скрывал, что самая сильная работа – это работа Репина. Но Поленов тоже получил золотую медаль. И это, наверное, справедливо. И они вместе поехали за границу, где оба будут скучать по своей стране, потому что жизнь и того, и другого, она была немыслима без Отечества. Да, это были совершенно разные художники, но поразительно, как, расходясь и сходясь в течение своей долгой жизни, они сохранили поразительное уважение к друг другу. И в день своего 80-летия Поленов получил из Финляндии, потому что уже Кокколов, в которой жил Репин, принадлежала не России, а Финляндии, это уже было после 1917 года, он получил телеграмму, коротенькую телеграмму, кстати, на французском языке, в котором Репин поздравлял своего товарища с юбилеем и написал: «От старого друга». Эти два художника представляют собою и расходящиеся, и одновременно идущие постоянно параллельно в русском искусстве направления, две формы жизни искусства в историческом времени. Вот на этом, пожалуй, стоит и остановиться. Всего доброго. До свидания. И, надеемся, до новых встреч.